Здорово! Привет. Чё, выгнала? Не выпускала. Все вещи в сундук. А как это? 7 копеек. Блок? Есть. Пиджак. Ага. Солнечного. Развесного. Развесного. В количестве 700. 700 грамм. Автограф. Так, держите ватку. 25 дней будете приходить ко мне на уколы. Каждый день, понятно? Так как отметки о прививке от бешенства в паспорте у собаки нет, я обязан провести полный курс. Землячок, ты никому ничего не обязан. Обязан. И не заставляйте за собой посылать. Ежедневно все 25 дней без пропусков. И ни грамма спиртного. Поняли? Ни капли. А то не пройдет 3 дней, как ах. Вот так. Господи. Феденька, миленький, больно, да? Несчастье-то какое. Главное, 25 дней пить нельзя. Ой. Раз, два, три, четыре. Господи, 25 дней, как у людей. 4, 5, 6, 7, 8. Почти месяц пить не будешь. Не месяц, а 25 дней. Господи, хоть 25. Да этой собаке пальто не жалко, не то что плащ. Mm.
Есть хочу. Чего это ты? Чем? Хоть 25 дней, как у людей. А это зачем? А? Чтобы удобнее было. Чего? На летних студенческих играх бег на 3000 метров с препятствием. Первый финишировал Владимир Иванов. 8 минут 43 секунды. Отличился и Кузнецов. Посланное им копье пролетело 79 метров. И позволило занять ему первое место. Жители и гостей города ждут комнату ужасов и кибергам. Катание на металлических горках и гонки на автомобилях. Приглашаем вас в передвижной чехословацкий Лунапарк. Лунапарк приехал. И в заключении выпуска сообщение о погоде. Ожидается теплая погода, без осадков. Ветер слабый, 3-5 метров в секунду. Днем 27-28. Вот. Спасибо. Есть снайпер? Да не, я есть трезвый. Приз. Не, собачку не надо. Почему? Перебор.
мужчина, а мужчина. Дай мне цветы купить. А деньги, Федя? Махнем на Черное море. А что, Ялта, Батуми и обратно. Правда? Правда. Ты что, устала? Зарплата. Премия. За что? Дом сдали раньше срока. Еще вот 25 рублей. Ой. Отложим. С ребятами обмоем последний укол. Федя, а может потом как-нибудь? Потом. Потом, само собой. А, сейчас святое дело. Покусаю. Ей-богу, покусаю. Что? Хорошо. Бегал, пас. Молодец. Молодец. Хорошо. Фу, бегал. Фокус, бегал, фу. Молодец.
Чего? Прости меня. За что? Ой, прости меня. Да ты что? Ну-ка, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем. Успокойся. Ой. Ну-ка, пойдем, что натворила? Ну, сядь. О. Ой, не натворила, только надумала. А что надумала? Дура какая-то, прям затмение какое-то нашло. Затмение это ничего, это пройдет. Ну-ну-ну, успокойся. Ну. Все хорошо. Три дня и конец. Ребята заждались. Ну, ничего, немного осталось. Ну, что натворил-то? За что, прости? Ни за что. 26-е, 27-е и 28-е. Да вы понимаете, о чем вы просите? Лондон, Париж, вся Европа ему аплодировала. А вы опять ты здесь. Подрасти сначала вместе с дворняжкой, тогда и приходи. Может, вы все-таки посмотрите? Она у меня ученая. Танцует, поет и считает до 100. Вот, как раз для вас рекомендую. Что это? Тимоша, пошли. Тимоша, хулиган! Зверя напугал! А нам еще с ним работать! Если только можно, не очень сильно. Хорошо? Можно и не сильно. Не волнуйтесь, все будет аккуратно и интеллигентно. Он. Вот. Нюхать. Еще танцует и считает до 100. Потише кусайте-то. Зубища-то вон какие. Поаккуратнее надо. Поинтеллигентней.
Спокойно, спокойно, мои хорошие. Сидеть. Тихо, тихо. Вот. Нюхать, нюхать. Ну. Фас! Надя, додумалась, а? Веденька, ну пожалуйста, ну я дура, баба, ну прости, ну я хотела как лучше. Ты. Ну, Наталья. Ну, Веденька, миленький, ну пожалуйста, ну я же хотела как лучше. Тебе этого никогда не прощу. Ну я же для тебя старалась. Ну прости меня, Веденька, ну пожалуйста. Это ж надо. Родного мужа. Собакам на сиденье. Ну я виновата, ну честное слово, Веденька. Ну? Я тебя устрою. Луна-парк. С аттракционом. Ну, Наталья, уйду. Голый уйду.
чего там? Току нет! Боня! Панель я уже подцепил! Как подключишь, раз поднимай! Феня! 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 Феденька! Задачки привитые! Здоровые! Уколы отменяются! Так что можно! Отменяются! Отменяются! Федя! Хозяин документы предъявил! Собачки-то здоровенькие, Федь! Служивые! Лаванда! Крымская лаванда! Снова мы втроем! Снова мы! Отвал! Прораб! Хуже! Зачем пришла? А я билеты купила. Билеты? Билеты – это хорошо. Что будем смотреть? На теплоход. Какой еще теплоход? Вот. Теплоход Колхида. Ха. Ялта, Батуми, Ялта. Это на премию, что ты принес. Ты же сам говорил. Стой! Ты что делаешь? Отдай назад! Отпусти, тебе говорят! Отпусти! Эй! Что делаешь? Стой! Яшин. Вот тебе, Феденька, и теплоход. Федя! Во! Ага. Эй, куда назад? Подожди! Подожди! Эй! Эй, назад! Не возможно! Угоню!